датированная, наверное, годом 2004. Значит так, я представлю участников. Новый участник группы Никита Ефимов, лидер группы «Гнилые топи», участник группы «Кукиш». Значит, затем мой близкий-близкий друг, основатель «Обломка унитаза» Антон Юрьевич Кобыла. Значит, Арсений Аркадий Курдюков, гитарист группы «Обломок унитаза» с 2009 года. Денис Кайран, барабанщик с 2008-2009 годов. И еще Андрей Ким. Помимо всего прочего, алкоголик на заднем фоне — это Жура Чернокрылов, участник группы «Обломок унитаза» с 2011 года. К сожалению, сегодня отсутствует Иван Миляев и Настя Бог. Это гитаристы, флейтисты, музыканты, которые были с нами когда-то. В зале еще будет Сергей Ефремов, но я уже его представлял. Первый, как я пишу. Итак, еще вчера был день песни 2003 года.